И всем привет! Вы на канале Nature Games, и мы продолжаем выживание на одном блоке. К сожалению, у нас напал гаст, и у нас пропала алмазная кирка. Ну, теперь в любом случае мы не сможем с вами добывать блок обсидиана. Ну и нам придется очень сильно потрудиться, чтобы его добыть. Хотя бы просто железной киркой. Так, кстати, где наша железная кирка? Давайте ее возьмем с собой. Так. И вот, кстати, о чем я вам и говорила. Вот он блок обсидиана. Ну, давайте попробуем поломать его просто железной киркой. Может быть, у нас что-то получится. Ну, давай, ломайся, пожалуйста. Интересно, что-то получится из этого или нет. О, да, отлично. Мы, кстати, сломали блок обсидиана, но, к сожалению, он нам не выпал. Так что теперь вся надежда лишь на то, что нам выпадет алмазы. Так, давайте, кстати, потушим тут пожар. И продолжим копаться. Ну, пожалуйста, давайте, алмазики, падайте, падайте, падайте. О, дерево. Если выпадает дерево и земля, то надежда на алмазы все-таки есть. Кстати, нам эти материалы давно уже не выпадали. Так, это, кстати, что-то новенькое уже пошло. Опять адские блоки. И опять блок обсидиан, который нам придется ломать целую вечность. Так, ну давай, давай, давай. Самое главное не останавливаться. Только вот жалко, что мы когда ломаем блок железной киркой, то он просто ломается и не выпадает нам. То есть таким образом мы не сможем построить себе портал в ад. Хотя, возможно, там нет ничего интересного. Ну, еще немножко, и он сломается. О, да, наконец-то. Так, давайте возьмем опять каменную кирку. Блоки легко ломать. Вот, кстати, было бы неплохо, если бы нам еще железо выпало. Потому что у нас есть всего, кажется, 3 слитка, которые хватит всего лишь на одну кирку. Как-то нерационально мы использовали наши материалы, как сундук, ведро лавы. Ну нет, это нам не нужно все. Точно, слушайте, а мы же можем сделать из воды и из лавы блоки обсидиана. Да, только мы их не сможем добыть. Супер. Что это, в принципе, не выход из нашего положения. Срочно нужны алмазы. Так, еще один сундук. Нет, ведро лавы. Незеритовый лом, стержни и огненные заряды. Так, ну, в принципе, сундучок такой неплохой был. О, у нас апгрейдик. Это что-то новенькое. Мы уже проходим на следующую, не знаю, как это сказать, следующий этап какой-то. Давайте это все повыкладываем. Так, это тоже нам все не нужно. А это мы оставим. Так, кстати, не помешало было бы перекусить чем-нибудь. Давайте возьмем сырую свинину. Так, тут у нас что? Тут у нас ничего нет больше. Так, еще идет апгрейд.
О, у нас есть тушеный кролик. Круто. Так, ну мы почти вовремя. Интересно, что же сейчас будет? Так, это что? Кварц. Угу. Ну, в принципе, неплохо. Давайте это все добывать. Ого, довольно-таки много нам его выпадет. О, да, изумруд. Правда, лучше бы это был бы анкас. Один, второй. Круто. Давайте, может быть, сейчас прокачаем наших крестьян, хотя еще ночь. В общем, когда они проснутся, давайте мы их прокачаем. И, возможно, они начнут делать алмазные кирки, алмазные вещи. И мы сможем как-нибудь у них это выкупить за изумруды. Вот, все, я придумала, это все очень круто. Так, лазурит. Так, а это что? Улей! О, да, наконец-то он нам выпал. Так, а это блок меда. О, и алмазы, да, наконец-то они нам выпали. О, да, это очень-очень круто. Так, блок слизи, алмаз. Так, ну, не зря, в общем, мы тут строили. Это кто, это где? Свиньи, вы что тут делаете? Ладно, можете здесь пожить. Давайте здесь закроемся, оставим улей. Так, ну и, наверное, нам нужно тут посадить какие-то цветы, может. Так, ну, в общем, с улей мы будем разбираться потом. Давайте сейчас там поставим свет. Так, давайте. О, пчелиные соты у нас еще, кстати, есть. Так, тут все занято. Давайте ляжем поспим, чтобы нас не спавнились различные монстры и не нападали на нас. Нет, не вздумай нападать на моих жителей. Фух, он спасен. Так, о, у нас, кстати, появился голем. Круто. Давайте здесь закроем двери. Так, ну давайте возьмем сейчас... Переплавим сразу железо. Так, изумруды. Сюда алмазы. Кстати, почему у нас всего 4 изумруда? У нас же вроде бы было намного больше. Так, давайте посмотрим, куда мы их могли выложить. Ага, вот они. Ну, пусть тут лежат. Так, кварцевый блок. Давайте сюда еще выложим нашу новую будущую пасеку. И давайте переплавим железо. О, у нас есть курочка. Так, давайте еще копаться. Ой, пчелка. Так, давайте быстро, где наш поводок? Нам надо его срочно-срочно найти. Здесь его нету. Так, ладно, давайте отвяжем лошадку. Так, да не хочу я сейчас на тебе кататься.
Где поводок? А? Ну, вот вы даете. Неужели мы его потеряли? Так, ну у нас есть блок слизи. У нас есть паутина. Сейчас мы будем что-нибудь... А, вот, кстати, мы нашли поводок. Так, будем надеяться, что пчела никуда не улетела. Где она? О, вот она. О, да, мы тебя поймали, круто. Все, а теперь пойдем в твой новый улей, в твой новый домик. Все, заходи сюда. Свинья, а ты что делаешь? Так, ладно, сделаем вот так. По всей видимости, наша пчелка уже зашла в улей. Так, это красный песок, это нам не нужно. Так, давайте пойдем посмотрим. У нас есть костная мука, ну, по крайней мере, где-то она должна быть. Мы сейчас скрафтим себе... Угу. Так, мы сейчас скрафтим себе цветочки какие-нибудь. И обязательно их посадим. Так, нам найти землю. Так, земля есть. А вот, кстати, есть и костная мука у нас, и есть у нас кости. Ой, кстати, у нас еще даже есть ландыш. Давайте его тоже возьмем. Так, и будем надеяться, что сейчас у нас все получится. Кстати, где-то мы выложили, кажется, соты. Я, конечно, не уверена, но думаю, что они нам тоже пригодятся. Так, вот блок пчелиных сот. Ну, блок меда нам может тоже понадобиться. Так, пойдемте там все обустроим. Давайте вот эти блоки менять. Нет! Куда ты? Вернись! Где поводок? Прошу тебя, вернись. Не надо туда лететь. Ну вот что это такое? Вот осталось только взять и прыгнуть туда же. Нет. Это просто катастрофа. Такое счастье может случиться только у меня. Ну пусть тут хотя бы растет ландыш. Давайте используем нашу костную муку. Ага, нам нужно еще семечко взять. Для того, чтобы что-нибудь посадить и чтобы что-нибудь выросло. Где там были семена? Это нам подойдет. Вот они. Так, да, я пройду. Кстати, нам еще не хватает. Вот, кстати, чего нам не хватало. Кстати, знаете, я вот передумала. Давайте мы заберем вот это и поставим вот сюда. Куда-нибудь. Вот, вот так вот.
А здесь вот так вот посыпем, все посыпем. Вот, и будет у нас красота. А тут у нас помещение пусть остается для чего-нибудь. Кстати, тоже есть сундук у нас. Вот я тут оставлю. И теперь мы можем идти еще копаться. Нам необходимо сделать еще одну каменную кирку себе. И желательно сделать себе алмазную кирку, но если у нас хватит алмазов на это. Так, давайте вот эти вот. А, тут у нас некуда выплавить. Вот у нас есть 3 железных слитка. Давайте еще переплавим. Палочки. А все остальное давайте выложим. У нас, кстати, есть всего 2 алмаза. Нужно будет нам еще подсобирать для того, чтобы скрафтить себе кирку. Так. Кстати, давайте возьмем еще, наверное, булыжник. И из булыжника себе сделаем еще и каменную кирку. Ладно, железо пока что оставим. И это все выложим. Так, ну а теперь мы будем дальше добывать материалы. Ну а вы ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!